Алло. Алло. Алло, Маргарита, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня тоже зовут Маргарита. Рада с вами познакомиться. Сразу запомните мое имя. Uh-huh. Смотрите, я специалист, главный менеджер по проекту, на котором вы оставляли заявку. До этого вам звонили наши менеджеры, и я так поняла, что-то мы не пришли к какому-то общему мнению. И не до конца, ну, и не продолжили работать с нашей компанией. Можно поинтересоваться, по каким причинам и что, собственно, было не так? А можно поинтересоваться названием вашей компании? Компаниям. Ну, смотрите, мы есть представители компании «Газпром», по которой вы оставляли, собственно, заявку. То есть ваше имя, фамилия, номер телефона и адрес электронной почты. Ну, а «Газпром» я давным-давно оставляла заявку в «Газпроме». Ну, да, ну, то есть вы просто, у нас есть в клиентской базе, судя по всему, с самых тех времен, как оставляли заявку. Но вот мне показывали, что вы оставляли несколько месяцев назад. Нет. Ну, может быть, несколько месяцев, это довольно давно. А вы вообще с какого региона звоните? Вы с какого региона мне звоните сейчас? Смотрите, ну мы, в общем-то, я вам, в общем-то, звоню с Москвы. У нас Москвы. Бизнес-центр. Да, с Москвы. Да. А вы знаете, куда вы звоните? Да. Куда же? В Москву? Звоните в Алматы. И? А вы знаете, сколько времени у меня сейчас? Что? Сколько времени у меня сейчас, вы знаете? А, конечно, знаю. У вас сколько? Сейчас около полдесятого где-то того. И вы считаете, это нормальное время для звонка? Ну, думаю, что у меня такая работа. Вот, а у меня не такая работа. Давайте перезвоните мне завтра в течение дня, хорошо? Да, хорошо. Смотрите, чтобы я звонила, имела в виду, для чего я вам звоню. Как вы думаете, для чего мне надо вам позвонить? Ну, вы хотите уточнить. А, кстати, вам ваши менеджера не оставляли комментарии по звонкам? Конечно, писали. Ну и все, а в чем вопрос-то? Я не помню уже. Я уже не помню, что там было, о чем там было. Что? Да. Я не помню, о чем мы с ними... Слушайте, вы говорите что-что и тут же говорите сами вместе со мной. Слушайте, у вас какое-то плохое настроение. Действительно, наверное, вам надо завтра позвонить. Девушка, вы мне звоните в 10 часов ночи. Как да? вы думаете, какое у меня настроение должно быть? Естественно, я собираюсь спать, доделываю домашние дела, чтобы улечь спать. Все, давайте до завтра. Я за вас очень рада, потому что вы сейчас дома, а рада. Я сейчас, я еще раз повторяюсь, на работе. Ну, это ваши проблемы. Кто на что учился? Кто, ну, на что, да, учился? Кто на что учился? Да. Не нравится работа, вы поменяйте. Учились? Поменяйте работу. Если мне вам чудесно нравится работа. Ну и прекрасно, что вы сетуете на то, что я дома, а вы на работе. Да это вы что-то говорите, я совершенно ничего не говорю. Это вы что-то как-то начинаете возникать, грубо говоря, пошла поднимать ты... на меня голос. Пошла ты нахуй, поняла, со своей работой. Что еще раз? Что еще раз? Нахуй. Ой, пошла. Я не услышала, можно повторить? А еще раз? И в жопу тоже можно. Иди туда, где тебя ждут. Можно? А вы? А вы? Вы там были? Там тепло, уютно? Алло. Маргарита, так вы там были? Расскажите мне, как там? Алло. Некоторые мои клиенты говорили, что там холодно и очень темно. А что вы скажете по поводу этого? Маргарита.